Люстри, бра, настольні лампи, торшери, уличні фонарі, встроєна арматура. Совєтська, 97. Даша с куклой в тревоге, нужен доктор ему в дороге. Не смотрите грустным взглядом, помощь близко, доктор рядом скажет. Даша? Да. Даша, да, с куклой. Смотри, знак обозначает перекресток. Пешеход. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Света, а вас как? Меня Маша. Дима. А тебя Дима. Очень приятно. Ребята, вы знаете, что вы сегодня, вам выпала редкая удача. Вы оказались в стране безопасности. А скажите мне, знаете ли вы, что это за место? Это место там, где это учится, ну, запоминать, ну, как-то, повторяет правила дорожного движения. Или пожарной безопасности, или там на природе. Правильно. Ну, некоторые повторяют, это те ребята, которые действительно уже знают правила дорожного движения. А есть ребята, я вам открою секрет, такие, которые и не знают эти правила. Поэтому мы не только повторяем, но мы и учим с нуля эти правила. Итак, это удивительное место, на самом деле, правильно вы сказали. Оно единственное, ребят, на Земле. Здесь с вами ничего плохого случиться просто не может. На протяжении целых 4 дней мы с вами будем учить правила безопасности. И эти правила постараемся объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный. Это конкурс. А это значит, что в конце каждого конкурса определяется кто? Победитель. Победитель, конечно. И у нас тоже определится победитель, который получит главный приз. Но тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Так что давайте мы с вами уже присядем, и я объясню вам условия первого конкурса. Ребята, до моего прихода вы рассматривали проспект с правилами дорожного движения, дорожными знаками. Очень хорошо, если вы что-то запомнили, потому что как раз этой теме будет посвящена наша с вами игра. Итак, первый конкурс – разминка. Поскольку сегодня у нас первый соревновательный день, то сложных заданий я вам давать не буду. Начнем с самого-самого простого. Вы любите разгадывать загадки? Да. Отлично. Итак, условия, ребята, вот в чем состоят. Я читаю вам загадку. Отгадку вам нужно найти на стенде. Твой Машенька, вот этот стенд, ты ищешь отгадку на нем, а твой Дима, соответственно, вот этот. Ребята, каждый правильный ответ – одна фишка. И еще одна фишка достанется тому… Кто быстрее. Кто быстрее соперника справится с заданием. Совершенно верно. Итак, ребята, первая загадка. Ездит быстро, не летает, счетчик денежки считает. Всех, кто просит, довези… Довезет всегда. Побежали. Что довезет всегда? Ой-ой-ой, авария у нас. Присаживаемся, присаживаемся. Наши Мишеньки упали, мы их сажаем и продолжаем. Ребят, ответ совершенно верный. Что это у нас? Такси. Такси, верно. Дим, Машенька была быстрее, поэтому за скорость и за правильный ответ она получает 2, а ты получаешь 1 за правильный ответ. Но главное, что ты правильно разгадал. Ох, это я тебе уже на будущее. Хорошо, молодец, что заметила. Итак, вторая загадка. Этот конь не ест овса. Вместо ног 2 колеса. Сядь верхом и мчись на нем. Только лучше прави рулем. Побежали. Ребята, ну вы принесли разные отгадки, совершенно неправильные. Что за конь? 2 колеса, он не ест овса. Рулем править нужно. Так, Дима принес правильный ответ, но это уже не принимается, ребят. Все, вы уже изначально неправильно, поэтому отнесите все эти отгадки обратно, может быть, что-то еще пригодится. Вешайте быстренько, аккуратно, и возвращайтесь. Так, фишки у меня остались. Будьте внимательны, ребята. Третья загадка. К нам во двор забрался крот. Роет землю у ворот. Сотни рук он заменяет. Без лопаты он копает. Побежали. Ну, здесь Дима уже, конечно, включил скорость на все 100%. И зарабатывает 2 фишки. Дима, держи, молодец. Машенька, и ты зарабатываешь за правильный ответ. Последняя загадка в первом конкурсе. Внимание. Длинной шеей поверчу, груз тяжелый подхвачу, где прикажут, положу, человеку я служу. Побежали! Тихо-тихо! Ребята! Правильно принесли. Ну что это у нас, назовите? Вспоминайте. Кран! Какой? Что он делает? Поднимает. Поднимает. А значит, какой это кран? Подъемный! Подъемный!
Подъемный, конечно. Молодцы. Так, Дима был чуть быстрее, поэтому две фишки Диме и одна Машеньке. Ребят, очень хорошо справились вы с моим первым заданием. Итоги подведем чуть позже. А прямо сейчас я хочу вас познакомить, ребята, с одним очень интересным человеком, представителем такой важной профессии, как инспектор ГАИ. Этот человек уже готов выйти с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Геннадьевна, но вы можете звать меня просто тетя Оля. Я работаю в госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ делают все, чтобы на дорогах и улицах нашей страны и взрослые, и дети чувствовали себя в полной безопасности. Если вы смотрели наши передачи раньше, то уже знаете, из каких элементов состоит улица. Это проезжая и пешеходная часть. Сегодня мы с вами поговорим о тротуаре. Для кого он предназначен, ребята? Для пешеходов. Правильно, тротуар предназначен для пешеходов. Но и здесь нам с вами нужно быть осторожными. Так бывает, что машина для разгрузки-погрузки товара к магазину может подъехать только по тротуару. Транспорт в этом случае движется по пешеходной дорожке и с особой внимательностью и низкой скоростью. Если автомобиль движется задним ходом, то необходимо быть особенно внимательными. Ни в коем случае нельзя находиться позади нее. Обязательно надо отойти в сторону, чтобы водитель в зеркала заднего вида мог вас видеть. Конечно, пешеходы на тротуаре главные, но препятствовать работе транспортных средств нельзя. На сегодня это все, и мы продолжим с вами изучение правил дорожного движения в следующий раз. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю каждому из вас удачи в игре и безопасности в жизни. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению. Но это еще не все испытания, которые я для вас сегодня подготовила. Есть еще один конкурс. У него очень смешное название. Руки, головы, хвосты. Чтобы его было вам удобно выполнять, давайте встанем и будем это делать стоя. Становитесь друг возле дружки. Итак, ребята, я буду читать вам фразу. Если вы с ней согласны, если она правильная, то вы должны мне дать знать, чтобы я поняла, что вы понимаете. Руку понять. Нужно качать утвердительно головой, соглашаться с фразой, так? И при этом вилять хвостиком. Вот-вот-вот. Вот так, да. А если вы не согласны, если фраза неправильная, то нужно правильно, Дима, отрицательно качать головой и ручки прятать за спину. Совершенно верно. Сразу видно, ребята смотрят нашу передачу. Молодцы. За правильный ответ в этом конкурсе вы сможете заработать правильный и быстрый ответ. 3 фишки. Просто правильный ответ. Если вы медленнее, чем соперник, справились, вы получите 2 фишки. А, все понятно? Да. Отлично. Если у вас не получится одновременно и качать головой, и работать хвостиком или ручками, то можете по очереди сначала качать, а потом вилять. Но я бы хотела, чтобы вы делали это одновременно. Ну что, начинаем? Да. Да. Итак, первая фраза. Иногда транспорт может двигаться и по тротуару. Молодцы! Правильно, правильно! Одновременно и быстро, поэтому каждому по 3 фишки. Согласны со мной? Да. Да. Еще бы! Каждому по максимальному количеству фишек, конечно, согласны. Вторая фраза. Если никто не видит, то правила дорожного движения можно не соблюдать. Молодцы, молодцы, молодцы! Хорошо, ребята. Тоже очень быстро, правильно. Просто мне ничего не остается, как каждому из вас дать по 3 фишки. И я уже читаю 3-ю фразу, собственно. Зебра – это специально отмеченное место для перехода дороги. Как активно виляют хвостиком эти дети. Умнички. 3 фишки. Снова отправляются в ваши копилочки. 3-3-3. И готова прозвучать последняя, 4-я фраза. Если на проезжей части нет машин, то там можно поиграть в футбол. Молодцы, ребята, ни в коем случае никакого футбола нельзя на тротуаре. А вдруг какая-нибудь машина проедет за вдруг? Конечно. Итак, присели, ребята. Вы большие умнички и очень интересно. Я думаю, вам тоже узнать, сколько же в первый игровой день вы фишек заработали. Считаем быстро, но очень внимательно. Ребята, практически равный счет. Всего лишь 2 фишки вас разделяют. 15-17. На сегодня все. До встречи, ребята. Пока-пока. До свидания.
люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.